Всем привет! Начался сезон колки дров. Немножко модернизировал, сделал такие дополнительные решетки, чтобы бревно не падало, удобнее стало. Сейчас половинки не падают. Здесь еще наварил такие пупышки, чтобы бревно не скользило. Ну, это, как я говорил, 4 на 4 раза колоть, чтобы приспособление сделано из уголка. Здесь потоньше уголок, здесь побольше уголок. Меняется высота, просто одевается наверх. Если потолще бревно по центру, можно поменять высоту. Так, здесь вот это можно регулировать длину полена. Просто одевается наверх и фиксируется в нужном положении. Все. Дальше полено не идет. Дрова ольха болотная. Древесина крученная. Топором рубить неудобно ее. Один завок и 4 части. Более-менее по центру. Вот эту